Сегодня в Прилузском районе завершается анкетирование граждан по народным инициативам. Главное преимущество этого проекта перед другими – оперативное направление средств на решение острых проблем населенного пункта и возможность решить их до конца года. Реализуется проект с 2021 по инициативе главы Республики Коми Владимира Уйба. В прошлом году в регионе реализовали 140 народных инициатив.